Получив грант Московской области, троллейбусный парк приобрел 6 белорусских автобусов МАЗ. Мечтали здесь об этом давно. И вот мечта стала реальностью. Вместе с руководством парка радость приобретения разделил глава Ленинского района. Валерий Венцель с интересом осмотрел технику и попросил разрешения проехать по территории парка. Во время небольшой поездки Валерий Николаевич интересовался разными важными мелочами. А длина какая у него? Не знаю. Ну, 14 метров будет. Ну, где-то 12-13. После небольшой обкатки глава района поделился личными впечатлениями и задал интересующие вопросы. Так он и мягко трогается, и мягко останавливается. А запчасти мы потом, да, докупаем? Или как? Двигатель мерседесовский. Да вы что? Коробка импортная. Плюс у каждого автобуса предусмотрено навигационное оборудование, видеорегистратор, система охраны, кондиционеры. А кроме того, транспортные средства низкопольные, имеют специальные пандусы, чтобы можно было завести инвалидную коляску. 4 автобуса вместимостью 73 пассажира и 2 по 105 мест в каждом. Пока новые авто проходят ряд специальных процедур – оформление документации и оснащение всем необходимым оборудованием. На данном автобусе сейчас устанавливается система видеонаблюдения, также устанавливаются навигаторы, это орбита. Также помимо всего этого стоит тревожная кнопка и видеонаблюдение полностью по всему салону. Всю наладку проводят специалисты от поставщика, но и местные мастера готовы начать обслуживание автобусов. Уже в январе следующего года, если документы будут готовы, машины выйдут на маршруты. Эксплуатировать мы их будем на дорогах нашего Ленинского района в рамках определенных потребностей наших пассажиров. Автобусы у нас современные, все автобусы 2018 года, оборудованы в соответствии с требованиями законодательства. В администрации муниципалитета считают это приобретение хорошим подспорьем для улучшения ситуации с пассажирскими перевозками в Ленинском районе. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.